потому что у меня скоро внучка родиться должна. Потому что я не думала, что моя жизнь закончится в фашистском государстве. Я не ожидала, что в нашей стране может быть такое. Мы в 90-х не этого хотели. Как думаете, поможет это шествие как-то? Пока нет. Но, знаете, если вода дырочку нашла, вода камень точит. А родственники ваши знают, что вы пошли на шествие? Никому не сказала. Не поддерживают? Дочка беременная, зачем я буду ее расстраивать? Причина то, что был нарушен закон, и нарушен нагло и подло этот закон нарушен по отношению к Алексею. И каждый понимает, что завтра это может коснуться любого абсолютно. И то есть я выхожу там не за себя, я выхожу за людей, я выхожу за закон. Сейчас одновременно 50.